Всем привет, с вами Стив Бро, и сегодня первая часть выживания на острове Minecraft Pocket Edition. Сразу я вам хочу сказать, что это не карта, это первый попавшийся сид, и я сразу решил снять об этом обзор. Так, данная карта мне напоминает игру. Я не помню ее точное название, но там мы летели на самолете, вдруг самолет начал падать, и мы очутились в океане, и у нас была лодка желтая, мы доплыли на ней до необитаемого острова. Остров был маленький. Сразу вам говорю, может кто-то подумает, что это The Forest, но нет, это не The Forest, The Forest. Мы сразу появляемся в самолете, а там все по-другому. Ну и что? Понял по моим словам, что это за игрушка? Пишите комментарии. Так, игрушку я сразу удалил после 30 минут игры, так как она была очень неинтересна. В ней не было никакого экшена и сюжета, в отличие от The Forest. В The Forest можно было встретить всяких монстров, мутантов, так сказать, людоедов, всякие интересные домики, а там было чисто выживание. Но там была фишка, чтобы что-то скрафтить, нужно кидать вещи. Вот. Чтобы, допустим, приготовить ужин, нам понадобится взять, допустим, краба, держать его в руках. Да. Там типа руки, типа он болтается туда-сюда. И держать над костром. Только так. А кто играл в The Forest, те поймут и вспомнят, что чтобы приготовить, нужно нажать на кнопку определенную, и он положит сам эту вещь в костер. Вот. Поэтому The Forest, конечно, остается лучше. Но, как я помню, первый релиз The Forest тоже был неудачным. Там очень было много багов. И эти зверюки очень быстро вас догоняли и убивали. Поэтому, сейчас он The Forest стал очень отличным. Так что, возможно, скоро The Forest станет лучшей игрой по выживанию. Вот. Наверное, пока так и есть. Что я еще могу сказать про эти игры? Напишите реально комментарии, если вспомните эту игру. Так, тут, как видите, у меня есть свинки. Уже выпали саженцы. Свинка-коровка. Их надо будет потом убить, чтобы все равно нечем их спаривать. Они не будут свина-корова. Вот. Что тут можем сделать мы? Давайте поставим саженцы наши. Так, все. Будем ждать, когда они вырастут. Сразу говорю, во второй серии, второй части мы попытаемся поплыть на лодке на второй остров. Вот. И, возможно, я, может быть, перейду на четвертый билд. Когда он выйдет, должен выйти вроде во вторник, так что я попробую перейти. Вот. На этом все, наверное. Что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.